Конфликт между Анастасией Волочковой и ее бывшим водителем тянется уже несколько месяцев. Пару недель назад мужчина дал большое интервью, в котором рассказал о домогательствах балерины. Возмущенная артистка решила ответить на данные обвинения. В эфире программы «Новые русские сенсации» она отметила, что действительно отличается любвеобильностью, но при этом балерину интересуют серьезные и состоятельные мужчины. Балерина отметила, что у нее много влиятельных поклонников, каждый из которых готов побороться за ее внимание. Однако Анастасия не спешит называть их имена. По словам звезды, это очень богатые люди, которых Скиртач должен бояться. По словам артистки, сейчас Скиртач пытается отвлечь внимание от уголовного дела, которое на него завели. Однако Волочкова не намерена отступать. Она хочет доказать всей стране, что была права, а бывший водитель специально поливал ее грязью, чтобы очернить репутацию известного человека. В качестве доказательств Анастасия показала переписку с Александром. В этих сообщениях бывший водитель признавался звезде в любви, делал ей комплименты. Сама же балерина воспринимала ухаживание подчиненного сдержанно. По мнению Волочковой, одни эти сообщения доказывают ее непорочную репутацию. Несмотря на постоянные скандалы, связанные с ее именем, балерина продолжает гастролировать по России со своим шоу. Она не устает общаться с поклонниками, а в перерывах между разъездами посещает судебные заседания по делу Скиртача. Артистка надеется, что рано или поздно данная ситуация разрешится и справедливость в итоге восторжествует. Класс пост 483 533 подписчика.